Сегодня, в канун 76-й годовщины Великой Победы, мы на Косой горе в знаковом месте для поселка. У нас сегодня акция по посадке можжевельников. За что мы говорим огромное спасибо нашим партнерам, компании «Брайер», за предоставленный посадочный материал. Я надеюсь на дальнейшее наше сотрудничество, потому что такие мероприятия, такой вклад – это очень здорово. Я поздравляю всех с Днем Победы и огромное спасибо говорю компании «Брайер».